Вот мы с вами движемся по одной из улиц. Но здесь, к сожалению, к нашему великому сожалению, дома все обвалились, почему-то развалились. На той стороне тоже есть домики. Там целый остался. Там еще подальше есть. Уже от времени сложился бедный. В узорах такой весь был, в орнаментах. И, наверное, что-то интересное, если и было, то уже похоронено. Сарайчик стоит. Или банька, наверное, была. Но там тоже все обвалилось. Кстати, печку вижу. Остатки, точнее, печки. Видео такое обзорное, скажем так, по большей части. А поиск уже у нас будет в следующие дни. Сейчас катаемся, смотрим пока. Здесь вот так вот шла улица, и с той стороны еще одна улица была. Здесь стояли дома. Попробуем подойти к тому домику. Он тоже, скорее всего, с обвалившимся чердаком, я так понимаю. Посмотрим, все равно интересный. Ладно, сейчас приду, включусь тогда уже. Вот он, этот домик. Мы к нему подошли. Сейчас посмотрим, где, может, получится попасть вовнутрь. Конечно, сомневаюсь, что там что-то в нем уцелело. Нам в колодец никакой не провалится. Это самое такое. Самое главное. Вроде бы не должен. Тут как бы сад был. Оп. Да, тут. Ну да, лестница вот на есть. Правда, она какая-то подозрительная очень. И, ух, ребят, аккуратно надо быть. Когда таким этим древнятином лазишь. Ух, ну да. Полов у нас нет. Ужас. Высоко. Сейчас посмотрим, что за домик. Но он что-то какой-то не совсем... Старенький, мне кажется. Там кто его знает. Сейчас посмотрим. В общем, домик, то, что за моей спиной оказался. Внутри тоже весь обвалившийся. Так что, такие дела. Ну, мы сейчас еще походим, посмотрим. На той стороне там домики присутствуют. И выше по улице. Там тоже они есть. Пойду, ребят, найду. Где не ходит. Да и уже надо будет сейчас нам собираться. Выезжать на отдых. Немножко отдохнуть, потому что все-таки еще не спали даже.
Завтра уже с новыми силами будем смотреть, думать, куда едем в первую очередь, что будем делать. Ну и все такое. В общем, будем разрабатывать план действий. Здесь какая-то аллейка. На этой стороне там тоже домики должны быть. Это... Или завтра сюда приедем, или там в следующие дни посмотрим. Очередной развалившийся домик. Тут, к сожалению, что-то тут ничего, мне кажется, интересного мы не увидим. Печка обвалилась. Валенки стоят, сохнут. Старенькие. Печушка. Это типа был когда-то, наверное, погреб. Обвалившийся. Пойдем в другую часть. Дойдем, там посмотрим. В общем, перешли мы в другую часть дома и поначалу даже своим глазам не поверили. Здесь оказывается две комнаты, точнее сказать, наверное, даже не две комнаты, а больше похоже на чуланы. Забитые, как видите, всяким хламом, всяким тряпьем. Скорее всего, в свое время, когда-то, наверное, сюда все ненужное сваливали. Видимо, жалко было выбросить. Поначалу, даже когда зашли в дом, в основную часть, расстроились. Как сами могли видеть, то, что, блин, там даже местами полы вскрыты. В общем, все разгромлено. И уже перед уходом решили пройти в хозяйственную часть, посмотреть на всякие пожарные, что там находится. А здесь вот такие вот чудеса. Включаемся. Так, тут у нас кружечка такая симпотная. Подстаканнички. Серый, говорит, надо ему собрать подстаканники. Это все проверил. Тут какую я себе нашел, вообще, смотри, бомба. Блять, извиняюсь за мат. Вот это, так, это моя бомбовская пепельница, смотри какая. Смотри какая моднявая. Ой. Че еще хорошо? Тут есть. Будильнички. Посуда. Ладно, идем дальше. Еще одна маленькая комнатка с таким телевизором мощным. Он какой красавец стоит. Всяких радикюлей.
кто-то там упал. Вот этот домик вообще не тронутый. Непонятно. Что-то тут никто особо-то не лазит по домикам. Хотя все открыто. Получается, сени, первый этаж, вот он прям с дома вышли. Здесь на чердак сейчас вход. Ну так, да, скотины много было. Так сухо. Кстати, это такой прям, видимо, чистоплотные очень были, что не убирали, вернее, убирали все. Такого прям запаха нет, скотины, сеном пахнет. Это у нас чердак. Ух, тут хоромы какие. Спортзал можно устроить. Только тут нету, смотрите. Видимо, пасека была. Косы, как на подбор, разного калибра. Сам чердак наверху. Спичек. Километр. Уже чердачок, не провалиться. О, какая штука, класс. Такая, да, велик новый, банки. Керосиночки нету. Санки, чугунок здоровый, прялка, по-моему, сломанная. О, здесь такая типа офиса. Типа офиса было. Выходим. Тут какая штука. Рама, прялка сломанная, все, спускаемся вниз. Все, прогулялись, валим домой. Дождь идет, копать нельзя.
Может, еще покопаемся. Да, Серый, а мы, может, еще покопаемся там в доме, да? Ну, да, где дед ты жил с саблями. Там что-то трасса, что ли, я не пойму, прям что-то шустро носится. А, ну и вот. Так, ладненько. Всем пока. Не забываем подписываться, делиться видео, смотрите за новыми сериями. Не забываем про мою группу ВКонтакте. Еще раз повторю, все самое интересненькое там. Всем пока-пока, здоровья, до новых встреч, новых видео.